Всем привет, с вами Дизик, это новый летсплей в игре Майнкрафт. Да, не перепутал опять, молодец я молодец. В общем-то, я вернулся с того похода, который там, помните, мы ходили, мы, блин, так, мышка, что с мышкой моей, это не только с мышкой. Видите, как бы у меня должен быть скин, но его какого-то черта нет, и в Майнкрафте шея не ломается, ну ладно. Да, в общем-то, это очень странно, ведь у меня, вы наверняка знаете, блин, в этой серии я хочу... Блин, я думаю, звуки пропали. В этой серии, блин, топора этого, наверное, не хватит. У меня есть вообще деревья в джунглях. Нет, у меня нет даже деревьев в джунглях. В общем-то, нужно сделать топор. Блин, сколько всяких какашек подобрал там, а? Давайте хотя бы разгрузимся, что ли. Изумруд, давай сюда. Липкий поршень, давай, достаточно такая полезная. Кстати, можно будет там доделать. Думаю, чуть позже там доделаю. Так, булыжник сюда, это вообще не знаю откуда. Гравий мне не нужен, яблоко пусть будет тут. Репитер, повторите, репитер называется обычно. Кстати, давайте всякую не нужно, вот, механические всякие эти штуки. Можно отсюда вытащить, то есть это не нужно, и поршни тоже. Можно новый сундук где-нибудь сделать. Да, это все переложить. Тут у нас еда, тут у нас броня. Тут у нас ничего нету. Вот тут, в принципе, можно сундук поставить, но... Вот я не знаю, они в новой версии так вот ставятся, как бы, или нет. Ну ладно, сделаем маленький сундучок, думаю, будет его достаточно. Такс, и вот такой маленький сундучок, так, сюда стрелы тут вообще лежали или как? Ну что тут у меня кости просто дофигища, это жесть какая-то. Да уж. Ой, окей. Так, на сюда, да, на сюда не ставится. Печаль. Я что-то поставить тебя. По идее, можно вот эту вот штуку сломать, но будет как-то некрасиво. Или красиво. Скорее всего, некрасиво, так что... Блин, наверху тут ставить, как, что ли, блин, это как-то тоже будет не очень. Тут можно поставить, должно быть еще сундуки какие-нибудь поставить. Блин, это как-то странно даже. Куда мне поставить-то тебя? Как бы красиво, чтобы можно было там посидеть. Тут еще, наверное, столик нужно сделать какой-нибудь. Никогда не думал, чтобы думать, где поставить сундук. Ну и где же тебя поставить? Ну, кстати. Оу. Сломалось. Ну и ладно, поставим обратно. Нормально, все нормально. Это там так и должно быть вроде как, наверное. Так, и все-таки где сундук поставить? Музыка помогает думать. Эти еще плейти нужно поставить, блин. Господи, сколько тут еще нужно делать? Это так не зайдешь в Майнкрафт? Без записи вот вообще не знаешь, что делать. А тут прям видишь, что тут можно поделать такое интересное. Ну и ладно. Пусть это будет все-таки тут. Или нет? Или тут, или нет? Нет. Тут или нет? Да. Вон, тут, в принципе, можно табличку поставить, наверное. Хотя... Не, скорее всего, таблички не будет. Она будет конфликтовать с плитом, если тут их поставить. Угу. Ладно, окей, нужно решить, где поставить. Какого черта такой выбор сложный? Окей, просто возьми и поставлю тут. Просто вот так беру кирку и ломаю киркой. Чем же еще можно ступеньки ломать? Разумеется... О, там еще это, ну ладно. Будет быть так, сложно сюда всякие механические эти штуки. Уголь-то не механический. Так, окей, сложили. Нужно сделать топорик. Топорик у нас... Блин, вот я не знаю, потише нужно как-то сделать музыку. То, наверное, мне плохо слышно будет. У меня обычно на 10, на 13 где-то так. По-моему, нифига не изменилось. Ну ладно. Да, надеюсь, все-таки как-то не изменилось. Да нифига. Или как? А это звуки точно, это же звуки, а не музыка. Ведь, по идее, это считается не музыкой, а звуками, правильно? То как-то... Так, ладно. Делаем большой топор, и этот весь топор нужно израсходовать на деревья в джунглях. То бишь, смотрите, как мы их всех там, не знаю, срубим. То, что там не нужно. В общем, не зажигалка есть? Нет, не зажигалка. Ну, можно сделать зажигалку. Давно хотел выжечь эти некрасивые... Некрасивые фигни, которые называются обрубками. Вы смотрите, как они некрасиво выглядят вообще. Гадость какая-то.
Так, ну, мы первым делом вот это вот сожгем нафиг. Да, именно сжигать. Потому что это... Какого черта? Окей. Боже. Ла-ла-ла. Так, это подойдет, думаю. Да, подойдет. Так, все нафиг поджигаем, 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 чтобы все горело прям нафиг. Тут это, в принципе, тоже можно поджечь. Ты не дорубил, ну и пусть оно так и будет. Главное, чтобы сейчас все сгорело, это ненужная, ненужная вещь. Главное, самому не загореться еще. Поэтому, я не знаю, поляна, походу, да, поляна мне дойдет. Блин, а мне туда как забраться тогда, на этих, что ли? Ну и ладно, красота требует жертв. Красота требует чертовых жертв. Надо последить, чтобы все сгорело конкретно, все. А то, блин, тут еще не... Какого черта сгорает только один блок? Вот вы мне объясните. Почему сгорает только один чертов блок листвы? И где там дерево, на котором это все... А, вот оно, дерево. Главное, чтобы оно все... Да, оно все сгорит. Походу, сгорит. Ну, блин, если... Оуч! Оуч! Окей. Нужно быстрее потушить это. Это будет плохо. Это будет очень плохо. Вот, что значит, не играйте с огнем, вот никогда, не играйте с чертовым огнем. Так, нужно главное потушиться, так. Ну, нормально, что, нормально, наверное. Тут что-то было, разве нет? Тут ничего не было, тут можно просто вот такой забор построить дальше, и все будет, все нормально. Всего-то какая-то мелочь произошла. Ладно, так. Ну там этот, ну давайте чуть позже все-таки как-то нужно дерево нарубить и реализовать мой коварный план. А, кстати, я так и не сказал, что я хочу сделать. Я хочу сделать ферму, блин, как видите, у меня там как бы растут эти какао-бобы, но они как-то растут вообще как-то некрасиво, что ли. В общем, я хочу понарубить этих самых и сделать с помощью поршней простых, по идее, я до конца не знаю, по идее, поршня можно срубать, ну это логично, звучит как минимум. Так, стоп, какой-то еще баг нашел. Почему я поднимаюсь, когда я так... я как-то боком поднимаюсь. Это было смешно. Да. В общем-то, по идее, поршни можно срубить... Что тут у нас такое есть? Тут у нас пустышка какая-то. Поршни можно срубить какао-бобы, я так думаю. Это было... говорю, логично звучит. Хотя, скорее всего, может не сработать. Скорее всего, сработает он. Ну и шанс, что нифига не сработает. Очень такой неплохой шанс есть. На это, блин. Еще больший шанс того, что и опять какие-то остатки останутся. Ну ладно. Нужно, главное, допрыгнуть до ствола, а там уже разберемся, что рубить, что кромсать. Так, допрыгнули. Ну тут уже все легко, сейчас пойдет. Все, топор доставили. Железный топор. О, какой я, кстати, недавно... Попользовался золотым, слушайте, это такая вещь офигенная. Правда, дорогая, ну, как она быстро кончается. Вот, но она конкретно офигенная, она, не знаю, буквально хоп, вот так вот срубила все. Это не писать, в общем. У кого есть золото в Майнкрафте, тот пусть попробует. Хотя, скорее всего, вы это уже знаете, но для тебя только что открыл, я думал, что золото это бесполезная фигня. Ну, по идее, оно так и есть, потому что это слишком... Невыгодно получается, на мой взгляд, тратить достаточно много золота, хотя он достаточно редко попадается. Ну, не то, что как алмазы, но ну, где-то так, на таком же уровне. Вот. И, на мой взгляд, это достаточно дорого. Вот. И так что нужно как-то более экономно, что ли, использовать золото, только в редких случаях, когда... Вот, по идее, тогда... Тогда получается золотой меч тоже дамажит больше всех. Или как-то оно тогда. Наверное, так оно и есть, да. Это тоже будет логично. Хотя тогда вот такой вопрос. Можно тогда добыть алмазный, вернее, золотой киркой и обсидиан, потому что это как-то тоже странно. Да, еще как странно. Еще как. Блин, какую-то фигню оставляю в летсплей. Надо было все подготовить. Надо было... Или нет, надо было ничего не подготавливать. Вообще, ну это же летсплей. Тут могу, не знаю, пойти, не выключая запись, пойти сходить в туалет, не знаю. И все будет нормально. Это же летсплей, черт. Хотя, кого я обманываю? Это уже за гранью нормы.
загранулые нормы. Тоже как-то... Почему люди из моих уст все странно как-то звучит, а? Наверное, какая-то это талант, или нет, скорее проклятие, или талант. Ну, что-то в этом роде, это точно. Так. И теперь остается подобрать все эти... То, что прям, знаете, как будто чавкаешь, так все из тарелки, можно сказать, валится. Это похоже очень. Так. Собираем все, что тут собирали. Так, ну тут шахта неплохо выглядит, кстати. Так, все собираем, все какао-бобы. Наверняка из них что-нибудь еще добавят. Вот я не знаю, вот печеньки вроде один раз делал или даже два раз делал. Но какие-то они не очень, ну блин, они редкие были, поэтому они были какие-то не очень популярные. Их было редко где можно было найти. Только если в картах на прохождение. Так, в принципе, их никто нигде никогда не использовал. Потому что восстанавливает мало, требует довольно-таки редкие штуки, то есть какао-бобы, как вы знаете, они раньше были только в сокровищницах и так далее. Так, уголь, зачем я тебя выкинул, уголь? 64 какао-боба, думаю, в принципе, хватит. Так, теперь нужно выбрать место, где нужно, вернее, не где нужно, а где можно построить эту штуку. Скорее всего, это будет... Почему ты заспаунился? Блин, ну срань, ну давай, блин, я ж тебя не боюсь. Видишь, у меня алмазный меч против тебя, как раз против насекомых, видите, против гибель насекомых. Вот я не знаю, крипер считается за насекомого? Думаю, нет, но... Два удара, так, два удара, теперь нужно скелета найти. Скелет, твою мать! Скелет! Скелеты! Скелеты, вашу мать! Мне нужен скелет! Мне нужен чертов скелет, я хочу пласть... Еще один крипер. Мне не нужно крипер, я хочу скелет. Да уж. Ну да, я так понимаю, скелета я не найду, но там крипер. Ну тут как бы скелет есть. Можно попробовать выманить. Погнали. Братюнь. Давай, еще всади. Давай. Погнали за мной, погнали. Молодец, осталось только крипера еще раз найти. Давай, идем. Нет, только не туда. Вы же умный NPC, да? Уже, ты же не, молодец, ты не стал туда проваливаться. Так, теперь этот крипер должен быть, а вот крипер, думаю, подойдет. Так, крипер, иди сюда. Так, стоп. А где крипер? Ну, так понимаю, он туда пошел, но тогда на него пофиг должно быть. Где-то тут еще один крипер должен быть, по идее. Их же было два. А, вот он еще, один крипер. Это, походу, он. До конца не знаю, но будем экспериментировать. Такс. Вон он скелет. Блять. Да ты как сюда попал вообще? Как сюда попал, чертов скелет. Блин, сейчас бы самое будет ужасное, то есть на меня сейчас крипер упадет. Окей, просто крипер. Ну и молодец. Правильно, нафиг оно нужно. Нафиг оно. Пойдем лучше просто построим эту самую, как я называю, некую ферму, да, ферма бобов. Так, сундук, где тут сундук мой? Поршни нужны обязательно, редстоун, просто дофигища редстоуна. Скорее всего, один повторитель понадобится. Так, стоп, куда я редстоун-то дел? Выкинул, что ли? Ну и ладно. Так, положим зажигалку сюда, но мне, в принципе, не нужна сейчас. Так, раз, два, три. Так, стоп. Раньше, помните, у меня было это самое... Тут у меня было... Собачья эта штука, не знаю, как это было называлось. Собачья клетка, что ли. Но у меня собаки как-то исчезли отсюда почему-то. Либо их кто-то убил, либо они сами как-то ушли куда-то. Так что, в общем-то, их нету. Так, ну, сейчас будем проводить эксперименты такие. Раз такие прям эксперименты. Я хоть, блин, рычаг нужно взять. Все, взял, рычаг не взял. Ну ладно, возьмем. Почему бы нет? Почему бы не три рычага взять? Это же так круто, когда у тебя три рычага есть.
Так, поршень, так. Нормально. Ставим тебя тут. Да. Все круто. Обожаю новую версию Майнкрафта. Ведь это так круто, когда у тебя деревья ставятся не так, как ты хочешь, а? Так, вот так вот. Тут не вопрос. Будет так расти. Так, один тут. А-а-а. Угу. Угу. Моя понимать свою ошибку. Двойная по-любому не получится. Ну, в принципе, мне не нужна двойная. Есть. Можно построить. А, зашибись! Хотя, стоп. Чё я беспокоюсь? Давай, иди сюда. Будем ставить по-красивому. Вот так будем ставить. Нет, нет. Хотя, слушайте, вот мне прям... Вот так будет расти. Нет, так оно тоже не растет. Оно только так растет по горизонтали. Ну и ладно. Так, киркой, наверное, тебе нужно сломать. Да, сломали киркой. Так, далее. Так. Я, конечно, люблю кататься, но до такой степени, чтобы я какой-то поршень катал. Так что это очень странно. Ну, кстати, это достаточно легко, да, это будет довольно-таки продуктивная ферма, наверняка. Вот я не знаю, она... Вот какао-бобы, они просто будут расти или как? Их нужно как-то поливать или что там с ними делать? Так, вот я, блин, не помню. Ну ладно, будем считать то, что... Делаем просто проводку самую элементарную на поверхности. По идее, должен питаться блок. Сейчас проверим. Да, питается. Все нормально, все. Все тип-топ. Так, какао-бобы еще. Блин, фига себе, вы быстро растете. Что-то как-то даже неожиданно немного. Так, а тут нужно факел поставить, чтобы, если что, какой-нибудь засранец не заспаунился и не взорвал мои драгоценные какао-бобы. Так, можно быстро сломать. Ах ты. Вот никогда не ставьте, вот, прежде чем не до конца все сделали. Я даже не знаю, может сюда как-то вывести эту штуку? Да, почему бы нет? Это звучит логично. Вывести туда эту штуку. Да. Один этот блок нужен. По идее, он, да, он будет питаться, по идее. Мне так кажется. То есть вот так вот, и тут нужно питание поставить. Ага. То есть ты не питаешь, нужно тебе еще через этот блок проводить. Угу. Но нижний будет питаться. Этот нет. Нижний будет, этот нет. Окей. Тогда другой вопрос, как... Как тогда тебя провести? Можно, по идее, как-то... Как-то... Даже не знаю, как-то... Как-то через низ, что ли? Ты же вниз сможешь уйти, да? По идее, это можно полублоки поставить. Блин, где-то мои лопаты были. У меня столько много лопат, а это самое, я еще ничего не придумал. Там вот алмазы буду пользоваться. Я же буржуй прям, алмазная лопата. Только хардкор, только алмазная лопата. Гравий ты зачем-то сломал, а вот объясни ты мне. А что ты гравий сломал? Вот, блин, без этого никак, да? Без гравия вообще никак. Нужно было именно сломать. Почему ты ее выкинул? Так, стоп, а где гравий у меня? Вот гравий мой. Гравий, который нужно положить. Добыть гравий. Молодец. Так, ну... Вот я не знаю, тоже, слушайте. По идее, редстоун будет питать эти. Это все будет питать, да? Блин. Окей. А-а. Он это не питает. Нужны повторители. Блин, тогда это все будет уходить вниз. Блин, нафига я вообще построил эту ферму такую автоматическую, если она сложная в производстве, я не знаю, как это сказать. Блин, ладно. Ладно, просто рычаг будет сбоку оттуда, вот все. Решено. Или где-нибудь еще, где-нибудь тут вот.
Вот тут вот он, блин, нет, не тут. Вот. Он будет тут, вот все. Вот так он будет питаться. Ты же будешь так питаться. Да, он будет питаться. Так, тебе осталось только заложить землю. Скорее всего, тут травы расти не будет, но... Нет, по идее должна расти трава, но... Фиг его знает, как она на практике тебя поведет. Так. Redstone. Redstone. Красная пыль, как ее еще называют. Redstone, как ее еще... Замыкающая чертова цепочка. Так, ну. Оп. Все сработало. По идее, даже можно кнопку поставить, но... Да, кстати, почему кнопку не поставить? Рычаг, в принципе, нафиг он тут. Какой-то слишком не понтовый, а вот кнопка будет смотреться просто... Просто как кнопка. Это будет так кнопочно выглядеть. Два этих нужно. Два этих для кнопочки. Так, вот у нас и кнопка получилась. И обрадуйте меня. Та-да! Все. Блин, если постараться, то, в принципе, можно сделать двойную ферму. Вот если кто-нибудь из вас мне поможет как-то это сделать, какой-нибудь тутор найдет, можно, по идее, поставить еще один второй ряд этих деревьев, вот так вот. Блин, нет, вот так вот, а вот так вот. Вот, и сделать так, что вот, я не знаю, как... Поршни, по идее, вот... А, не-не, там понадобятся липкие поршни. Понадобятся липкие поршни, у меня и так они в дефиците. Нужно спуститься вниз и найти слаймов. Да. А, кстати, вот для этого мне лопаты-то и нужны. Я-то вспоминаю, какого черта мне столько лопат? Вот, нафига не мне? Это же нелогично. Да, это... Ну, все равно пусть будет так остается. Пусть так оно остается, если что, вот так вот поставим. Вот так вот. Кстати, многие просили меня выложить сейф своей карты. Ну, наверняка, когда-нибудь не будет не лениво, то я это сделаю. Да, на этом, думаю, давайте на этом закончим. Да, в общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. До скорых встреч. И, да, нужно по-любому слизней. Да.